сегодняшнем дне их порядка тоже около 600 человек. Причем реализуются магистерские программы практически на всех факультетах. Кроме гуманитарных тоже участвуют в реализации магистерских программ. То есть подготовка магистров у нас реализуется во всем нашем университете. Реализация магистерских программ на сейчас включились и филиалы. С прошлого года реализуется магистерская программа в Салаватском филиале. Надеемся, что с этого года будет программа в Спиртоматском филиале. И дальше мы тоже надеемся, что Октябрьский филиал тоже к этому процессу тоже подключится. Теперь хотелось бы сказать, что уровень образования у нас реализуется на основе закона, изменений, которые вышли. И в соответствии с этим законом, бакалавр — это первый уровень высшего профессионального образования, и присваивается степень бакалавра на основе квалификационной работы, срок обучения 4 года. Магистр — это высшее профессиональное образование, это вторая ступень, и тоже она реализуется уже в течение 2 лет и на основе выпускной работы. Хотелось бы подчеркнуть, что все-таки магистрская работа и выпускная работа, она обладает большим элементом исследовательской части. В общем-то, магистрам выделяется и дается достаточно большое продолжительность времени на именно исследовательскую работу. Причем магистрская подготовка, скажем так, она очень индивидуализирована. У магистра есть уже непосредственно руководитель, который с первого дня поступления в магистратуру уже определяет и будущую работу, и выпускную работу, и вот эти практически 2 года вместе с ним рука об руку практически реализует эту работу. Под непосредственным руководством своего руководителя магистр выполняет работу. В ходе выполнения работы предполагается выполнять какого-то вида, какого-то объема исследовательской части, которая должна быть отражена в публикациях, которые публикуются в течение этого времени обучения. В настоящее время у нас реализуются магистерские программы вот по следующим направлениям. Вы видите, экономика, менеджмент, нефтегазовое дело, основное наше направление — это нефтегазовое дело. В рамках нефтегазового дела реализуются около 20-25 программ. Электроэнергетика, электротехника, технологическое машинооборудование, управление техническими системами, автоматизация, информатика, химическая технология. Вот по этому направлению тоже реализуется достаточно большое количество магистерских программ для технологий, строительства и электротрансферной информации. Ну, хотелось бы в двух словах показать, в чем же отличие бакалавриата и магистратуры на основе основного нашего направления — нефтегазовое дело. Это наше, еще раз повторяю, основное направление, и практически по этому направлению у нас работает 2 факультета, которые готовят магистров в рамках этого направления. Основные объекты профессиональной деятельности — это технологические процессы устройства для строительства, ремонта, реконструкции, восстановления нефтяных и газовых скважин, это в основном горный факультет реализует. Технологические процессы устройства для добычи нефти и газа. Технологические процессы устройства для промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов — это тоже нужный факультет. Технологические процессы устройства для трубопроводного транспорта — это у нас реализуется на трубопроводном транспорте. И технологические процессы устройства для хранения избытка нитей и продуктов — тоже в основном на трубопроводном транспорте. Теперь какие же виды деятельности может выполнять бакалавр и магистр? Ну, в принципе, они все достаточно, вернее, 4 виды деятельности, все они в основном совпадают, и производство технологической деятельности, и организационно-управленческой деятельности. И вот вы видите, эти виды деятельности здесь уже появляются как бы различия. Если бакалавр может выполнять только экспериментальную исследовательскую деятельность, то магистр уже может выполнять научно-исследовательскую деятельность. То есть это человек, который может ставить как какие-то виды исследований, экспериментов и как бы их самостоятельного плана. И проектная деятельность тоже, она, в общем-то, возможно, может быть реализована и бакалавр понимает. Теперь, если более подробнее рассматривать, то получается такая картина. Значит, если бакалавр, он может осуществлять технологические процессы,
эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, осуществлять технологический процесс уже по видам деятельности, также эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование по видам деятельности, то магистр уже способен анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов, то есть это уже немножко выше уровня, осуществлять или коммуникировать и внедрять новые технологические процессы, тоже уже выше уровня, применять новые совершенствования, регламентированные методы эксплуатации технологического оборудования, тоже уже, как бы уровень выше, проводить многофакториальную оценку выгод от реализации технологических процессов, проектов, работ, нефтегазовый блок, тоже как бы уровень, соответственно, выше. Теперь хотелось бы предоставить слово Султану Магомеду Тагировичу буквально несколько слов о своим программам факультета по оборотному транспорту. Те магистерские программы, которые будут, на которые будут приниматься в этом текущем периоде, требования достаточно высокие и на входе, и в процессе обучения. Если в целом, кроме содержания программ, интересно, что такое факультет оборотного транспорта, какие там люди, характеристики факультета и так далее, все это есть на официальном сайте университета. А также в контактах есть страница ftt.ugmu.ru. И там есть все возможные ссылки и на сайт приемной комиссии, и на официальный сайт университета, как живет факультет, там и на ежедневные мероприятия, какие там происходят, все это там посвящено. Мы готовим магистров 2000 года. До нас до сегодняшнего мы подготовили 168 магистров. У нас учатся на факультете 150. К сожалению, вот в этом учебном году только мы отчислили 12 магистров. Вот он говорит, что поступить сложно учиться, ну, тоже нелегко. Но надо сказать, что среди отчисленных большинства это были заочники. У нас был первый опыт в прошлом году, первый мы были, но в этом году мы решили этот опыт приостановить. В этом году мы планируем прием только по очной форме обучения. Мы готовим магистров по трем направлениям и по 10 программам обучения. В принципе, все они то же самое там введены. Если что, желающие, наверное, получили ответы, там информация то же самое есть. Практически все выпускающие кафедры, у нас их 6, готовят магистров. И встреча с нашими заведующими кафедрами планировано на 5 этаже 545 аудитории. Желающие просят любить и жаловать, как говорится. Да, на механическом факультете у нас практически как бы они не начинали реализацию магистерских программ, а традиции у них достаточно такие устойчивые, большой опыт подготовки магистров, и вот такие магистерские программы реализуются очень на механическом. Все кафедры, которые выпускают и готовят магистров, тоже здесь представлены, форма обучения тоже есть. Здравствуйте, значит, на факультете организации производится 4 направления, 4 магистерские программы. Значит, реализуют эти программы 3 выпускающие кафедры, то есть такого кафедра, прекрасно трудового предприятия реализуют программы, причислены, вычисляют. У нас только очная форма обучения, в принципе, на курсе учебный процесс, в общем-то, открыто, что мы можем совмещать одновременно учебу, тем более, что уже с самого начала у нас отделение уже социологии и военно-политической университете. Вот, ну, и основные направления научных исследований, значит, оборудование, которое у нас есть, где-то порядка 150 магистров. Мне не хотелось бы повторять то, что говорили мои коллеги веками, но я просто хотел бы отметить сильную сторону наших магистерских программ. Я думаю, что при выборе того или иного магистерского направления подготовки, я думаю, что для вас это будет очень важно. При всей особенности промышленное и гражданское строительство и те проблемы, которые освещены в этих программах, у нас очень важное место занимает именно нефтегазовое направление реализации наших магистерских программ.
Как показал опыт распределения наших магистров, востребованность нефтегазовой отрасли очень большая. И если там есть вот непосредственно магистры нефтегазового дела и так далее, то вот наши магистры, они очень редки, востребованы и необходимы для нефтегазовой отрасли. Это направление экономика 4, программа направления менеджмент 3 программы. Программа реализуется в очной и заочной форме обучения, но заочники у нас не пропадают, они с нами имеют связь, то есть они приходят 2 раза в год на сессию, и в течение всего семестра они имеют связь со своим научным руководителем, занимаются научной работой. Активно магистры у нас выезжают на различные форумы и олимпиады. Наши магистры заняли первое место в международном молодежном форуме. Поэтому обучение у нас ведется в практике. То есть обучение у нас очень сильное внимание уделяется научной работе. Я отметил, что есть достаточно большой интерес к магистратуре нашего университета. Что касается иностранных студентов, я могу сказать, что сегодня магистратура иностранных граждан принимает без всяких ограничений. И если российская образование сегодня, ну как бы сказать, именно в части магистратуры как бы только набирает обороты, то за пробежание нашей родины магистратура довольно прочно стоит двумя ногами, и, скажем так, бизнес относится к магистратуре соответствующей, и люди, которые приехали к нам из-за рубежа, понимают, зачем им нужен этот диплом. Многие приезжают уже диплом бакалавра и выступают в магистратуру, а некоторые получают и тот, и диплом первого уровня, и второго уровня именно у нас. Во многих странах, значит, к человеку относятся даже не совсем серьезно, если у него только один диплом, и они всегда говорят, что нам интересно получить 2, а то и больше дипломов. Многие иностранные ребята реализуют и дополнительные образовательные программы. И, кстати, для тех, кто будет обучаться у нас в магистратуре, вот эта возможность тоже есть получить дополнительный диплом магистра и еще и дополнительное какое-то образование или дополнительную квалификацию. Ну и если есть вопросы по поводу обучения иностранных граждан в магистратуре, то есть здесь в фойе сразу же после вот этой пленарной части я готов буду ответить на эти вопросы. Магистратура по направлению подготовки 144, это электроэнергетика, электротехника. Уже с 2010 года, в 2012 году мы прошли, выпустили первый курс, было аккредитацию прошли, ну и соответственно в этом году тоже принимаем программу магистерской, режим работы электрических источников питания по станции ТЕ-систем по очной форме обучения. Если будут интересы, после этого совещания 4-4. На магистерскую подготовку по направлению химической технологии, по программе химической технологии органических веществ, очной формы обучения. Конкурентным, скажем так, преимуществом обучения я бы отнес то, что наш филиал обладает развитой производственной базой. На базе кафедры УПТ созданы 3 базовых кафедры. Также для тех ребят, которые хотят поднять свой уровень знания иностранных языков, у нас действует Центр изучения иностранных языков. Таким образом, мы предоставляем комплекс, скажем так, образовательных программ, которые позволят вам у нас обучиться качественно и быть по завершении этого обучения конкурентоспособными на рынке труда.